стоит на пианино, невозмутимо, а в этот момент его ломают ломом. Ну, кстати, пианино нет дома. Я могу сыграть, но... Могу ломать, могу играть. Но могу я поиграть. Главное, руки мне не сломайте ломом. Вот это меня как раз больше посмотрит. В принципе, Дэн может сломать пианино ломом, я считаю. У него это хорошо получится. А, Колень, ты играй. Колень, не устал? Стал пиздец просто. Дал пиздец. Давай, встань, встань. Саш, ну ты прям... Ебальники красные. Так, ну сейчас принеси, может, вот сюда вот. Может, вот сюда подойдем. Что, мы его прям здесь поставим? В той комнате, ты что? В коридоре ставить пианино, кто так делает? Ты что вообще, да? Да, хорошо.